Всем бокс, братва, с вами Рома Михайлов, YouTube-канал Всем бокс. Уже в эту субботу, 28 октября, в Саудовской Аравии произойдет долгожданное, не говорите, что недолгожданное только, событие в мире единоборств. Впервые в истории встретятся чемпион мира по боксу и чемпион мира по смешным единоборствам. И что, безусловно, придает особый шарм этому противостоянию, встреча будет проходить в тяжелом весе. Трансляция этого вечера бокса, я не побоюсь этого слова, будет проходить в телеграм-канале Всем бокс. Ссылка в описании, в 21.00 начало, главный бой ближе к полуночи. Ну а что же будет? Что же будет в эту полночь? Это волшебная ночь, а как там, арабская ночь, волшебный восток, да, там здесь яд и булат, погибель сулят и все такое. Кому погибель сулят? Ну, как говорится, здесь уже ясно, ясно кому и кто будет совершать крестовый поход, который, скажем прямо, скорее всего, закончится успехом полным, просто полнейшим. Потому что все-таки, как ни крути, как ни говори, но настолько разные виды спорта, бокс и KFC, что многие это просто не могут даже полностью это осознать. Но несмотря на это, безусловно, об этом бой стоит говорить. Вот многие, давайте поговорим сначала, хорошо ли это вообще. Хорошо, потому что много хейтеров могут писать, это цирк, это там никому не интересно, это шоу и так далее. Друзья, ну а если задуматься вообще, чем вызван интерес большинства, так скажем, массы людей, непрофессионалов, в целом к единоборствам, и к боксу, и к UFC. На мой взгляд, безусловно, это какой-то цирковой и есть интерес. То есть интерес как к цирку, как к зрелищу. И поэтому, безусловно, с этой точки зрения, это классический бой. 100% классический бой. И этот бой, который, на мой взгляд, безусловно, несет огромную пользу боксу. Потому что придут новые зрители, огромное количество фанатов UFC, которые не смотрят бокса. Как бы, может быть, бы многим из вас не казалось, что это одна аудитория. Это на самом деле нет. Аудитория на самом деле разная. И новая аудитория придет, и новая аудитория посмотрит бокс. И это именно тот бокс, который, на мой взгляд, может заинтересовать, так скажем, аудиторию UFC в боксе. Тем более, что Тайсон Фьюри – это именно тот человек, который, так скажем, продать бокс может очень хорошо. Поэтому, на мой взгляд, безусловно, этот вечер бокса несет пользу боксу, и с этим, на мой взгляд, сложно спорить. Будет хороший карт, в котором будут драться великолепные тяжи. Будет драться Паркер, Уордли. Ну, замечательный шанс. Поэтому смотреть этот вечер бокса можно полностью. То есть это реально будут, по-моему, там 4 боя тяжей, если не 5. Причем тяжи реально хороших. И бой вот этих тяжей, которые, так скажем, один очень хороший тяж, а другой, так скажем, тяж. Что же может вообще, в принципе, чем может удивить Фьюри Нгану в боксерском ринге? Бой по регламенту, ребята, напомню, будет проходить 10 раундов. И вот на 10 раундов выходит Нгану, который за всю свою карьеру в KFC, ну, 90% боев закончил в первом-втором раунде. 2 боя по 5 раундов, 1 бой по 3. То есть, понимаете, он выходит на 10-раундовый поединок. Но мучиться 10 раундов, безусловно, ему предстоит вряд ли. Скажем прямо, вряд ли предстоит. И только если этого захочет Фьюри. Все-таки, а Фьюри, думаю, это захочет, этого, я думаю, хотят и организаторы. Потому что все-таки там рекламные паузы, все дела, огромные средства, там PPV, деньги, и что... Они все понимают, что вот так вот выйти сразу и хлопнуть Нгану, которого, кстати, не хлопал еще до этого никто, да, а перчатки были другие. Это не самое, может быть, лучшее, что может быть для зрителя. Поэтому это, ну, о том, как оно будет проходить, скажем позже. В принципе, что можно сказать о Нгану? Нгану, с точки зрения смешанных единоборств, действительно хороший ударник руками. Так скажем, хороший боксер. Хороший боксер для UFC. 2 года назад, перед последним боем с Миотичем, я делал полностью разбор его тактики, техники бокса на канале Яниса. Кому интересно, после этого видео я ссылку оставлю, можете посмотреть. И там для себя я очень много интересного у него увидел. И понял, что действительно, как материал, Нгану очень хорош. Очень хорош.
И из него мог бы получиться хороший боксер, а вот он и хотел стать боксером. Изначально он с детства мечтал именно быть чемпионом мира по боксу, но судьба сложилась иначе. И как он выступал в KFC, тоже, как говорится, без бокса там не обошлось. У него хорошая двойка, он хорошо кидает оверхенд. Вы удивитесь, но Нгану есть и неплохой, совершенно неплохой тайминг, неплохое чувство дистанции, но ноги у него Нгану только чтобы ходить, так скажем. Но не для того, чтобы боксировать. Поэтому в целом в этом бою я рассчитываю, что Нгану будет двигаться по рингу, ну, так скажем, это будет выглядеть так, как будто он находится в огромных клоунских ботинках. Вот такие будут его передвижения. Как будто ему что-то мешает, как будто он в ластах. В огромных клоунских ботинках. И я думаю, через уже там какое-то короткое время и уже и с клоунским красным носом. Но, судить его строго нельзя. Судить его строго нельзя в любом случае. Ведь к этому бою он шел всю карьеру. Вообще, в принципе, смотря как сейчас бывшие чемпионы и звезды UFC выходят на бой с Джеком Полом, у меня создается впечатление, что вообще вся их карьера была только для того, чтобы потом перейти в бокс и наконец-то заработать там бабок. Потому что Нгану заработает бабок наконец только в этом бою. За этот бой Нгану фиксированная оплата 10 лямов плюс PPV, то есть там и до полтинника может дойти. То есть таких денег он в KFC даже мечтать не мог о них просто. То есть действительно это для него с точки зрения денег самый большой вообще возможный чек из возможных. Но и фура. И фура получит очень хорошие деньги. То есть 50 лямов плюс еще плюсы. То есть это... Ну, вероятно, это будет самый большой гонорар для Фуры. И самый легкий гонорар для Фуры. Ведь для этого ему придется побить Нгану. Побить не боксера. Далеко. Ой, как далеко не боксера. И каким бы он хорошим ни был, он действительно панчер. Да, Нгану real панчер. И во многом это благодаря генетике. То есть, безусловно, у него великолепная генетика. Раз. Во-вторых, у него тяжелое африканское детство. Да, он там работал там, на шахтах, там киркой долбил. Жесточайший у него, так скажем, мощный связочный аппарат. Связки, все дела. Это все влияет на удар. Кисти, связки. Безусловно, это дает плюс. Безусловно, это дает плюс. Но дает плюс где, зачем и почему? Я честно вам скажу, друзья, я всегда мечтал увидеть Нгану в кулачных боях. Вот это моя мечта. В кулачных боях Нгану мог бы быть очень хорош. Но после этого гонорара, который он сейчас получит в боксе, захочет ли он драться где-то и за сколько-то, это большой вопрос. Может быть, это будет уже дембельский аккорд. Потому что лучше одного боя с Фурой, может быть, два боя с Фурой. Понимаете? Ну, а два боя с Фурой могут быть только если случится то, чего не может произойти. Потому что у тебя есть нокаутирующий удар, да, но кто понимает бокс, тот понимает real shit. И мало иметь удар. Самое сложное – донести удар. И вот донести этот удар до вот этой вот фуры – это самая вообще сложная задача для любого, а не только для Нгану. Потому что фура на самом деле очень неудобный боец. Я уже не говорю о габаритах. Что Нгану впервые будет драться с пацаном, который реально больше его. Конкретно больше него. У него не было таких соперников. И это сюрприз даже для опытных хороших боксеров, а не только для него. По факту, конечно, ну, о каком чем мы уже не будем говорить, о уровне бокса Нгану. Да? Мы уже скажем после боя об этом. С кем ему драться по уровню? Да, там, с перворазрядником, со вторым разрядником, с КМСом, да, на каких соревнованиях? Там, с Александром Емельяненко, с Михаилом Кокляевым у него бой бы получился. Это мы не будем сейчас обсуждать. Да? Но, в принципе, конечно, Нгану вытащил счастливый билет. И вот эта вот его карьера, которую он построил в UFC, да, она вся стоила того, чтобы сейчас заработать этот бой с Фурой. Потому что кроме как с Фурой, но этот бой ни с кем не мог быть, особенно за такие деньги. Что касается Фуры и мнений, что кто-то думает, что Фура как-то отнесется к этому бою, там, так скажем, на все равно, да. Ну, это, конечно, так. Во-первых, у Фуры, как и у Нгану, огромное эго. Просто огромнейшее эго. И это только украшает этот бой. Эго заставляет подниматься. Эго заставляет идти вперед. И это будет помогать Нгану. Что касается Фуры, и он прошел к этому бою конкретный трехмесячный лагерь, и боксировал с реальными пацанами. И этот лагерь в целом можно уже рассматривать как часть лагеря к подготовке к бою с Александром Усиком, который произойдет
по предварительной информации, уже официальной, 23 декабря. Хотя, вроде как, сторона Усика не хочет это. Ну, как они говорят, бегает Фьюри, но не хотят они. Ну, по факту, да. Не хочет, говорят, Саша, надо восстановиться, какие-то есть травмы после боя с Дебуатом, восстановиться, что-то надо. Но, если бабки эти будут, в декабре опять арабы платят, как говорится, все, опять. Арабская ночь, волшебный восток, да. То есть тут уже вариантов не будет. То есть можно рассматривать как часть подготовки. То есть Фура долго не дрался, он не дрался с декабря прошлого года. И для него это очень хорошая вкатка. Но при этом Нгану не дрался с января прошлого года. А разница между декабрем и январем прошлого года, ребята, это не один месяц, как вы понимаете, да, а 11. То есть тут уже реально пропасть. Так что с точки зрения Фуры, подготовка будет чикен бриани просто. Что касается подготовки Нгану. Но тут, конечно, нельзя не упомянуть тот момент, что Нгану готовится с Майком Тайсоном. С одной стороны, да, на мой взгляд, как бы я не любил Майка, но это, так скажем, поступок, я его не понимаю, честно, не понимаю до конца. Да, это большой хайп, это круто, все. И он обещал действительно Нгану на каком-то, на передаче на своей, на хотбокс, они сидели пару лет назад, как я понял, и они договорились, что если будет Нгану биться по боксу, то его подготовит Тайсон. Но никогда Тайсон будет биться с Тайсоном. Потому что, на мой взгляд, ничто так не украшает историю Майка Тайсона, как история Тайсона Фьюри. История Тайсона Фьюри, которая, по словам его отца, да, может быть, кто-то из вас не знал, что Тайсон Фьюри родился конкретно недоношенным ребенком, весил чуть ли не, как говорит его отец, 450 грамм, помещался в ладони, и врачи говорили, что он умрет, что жить он не будет, этот младенец. Но батя посмотрел на него, на его прищур боксерский, на его сжатые кулаки и сказал, что он будет жить, он будет больше 2 метров, весом 125, и вообще он будет чемпионом мира когда-нибудь в тяжелом весе. И я его называю Тайсон. Представляете, ну, эта история, как говорится, достойна кино вообще, вся жизнь Фуры достойна кино. И, на мой взгляд, Фура, безусловно, является на данный момент первым номером в тяжелом весе. Линейный чемпион, первый номер. Ну, что бы там ни говорили, не переживали, не нервничали фанаты Александра Усика, которым я напомню, что у Саши всего лишь 5 боев в тяжах. И боев с кем? С кем, да? Это большой вопрос. Опять же, что касается опять боев с кем, и говоря о Фуре, и говоря о жестком ударе Нгану. Фура воскресал. То есть Фура – это боец, который не просто способен подняться после пропущенного удара. Это боец, который способен воскреснуть из мертвых в последнем раунде боя с самым жесточайшим панчером современного бокса. С Дантеем Уайдером. Первый бой мы все вспоминаем, мы не забудем его никогда. Так что в этом, как говорится, сомневаться не стоит. Что касается вот этой подготовки, да, возвращаясь опять же Тайсон, ну это, правда, недопонимание, вы меня поняли. Плохой шаг. То есть это шаг человека, Нгану, выбрать Тайсона на подготовку, да, а не тренера какого-то. Это шаг, как говорится, чтобы понимание, что для Нгану это просто цирк, это хайп, это бабки. И выбор даже тренера в угол, это шоу. Потому что, ну, объективно, ну, не может Тайсон подготовить Нгану лучше, чем хороший тренер. Тем более, что если Тайсон, и как мы уже видели, там, по какой-то работе, ну, опять же, это все мы видим, то, что это все ложь. В основном бывает, да, то, что вот это работа на лапах, что Тайсон говорит, что он прививает Нгану свою школу, там, зайти куда-то, пройти, подойти, но Нгану это не Майк Тайсон. Нгану это далеко, ну, не просто далеко не Майк, а это далеко не Майк Тайсон, и, безусловно, его коронки не в этой работе. С точки зрения того, что правильно делается ставка на первые раунды для Нгану, что Нгану полетит вперед, там драться сразу, ну конечно, ну какие 10 раундов, то есть это да. Но по факту скажу вам честно, друзья, что на мой взгляд, сам Майк Тайсон, нынешний Майк Тайсон лучше бы смотрелся в ринге, чем Нгану. Ну просто, на мой взгляд, правда жизни такова. Но реалии жизни таковы, что мы увидим бой Нгану против Фьюри. Как же закончится этот бой? Да закончится он так, как захочет Фура. Просто как захочет Нгуна Фура. Что будет
с Нгану. Нгану, как боксер, как третий разрядник по любительскому боксу, может полететь сразу вперед. Он новичок, и все. Сразу, вот тогда для него может... То есть, чем спокойнее, по факту, чем спокойнее начнет Нгану, тем больше он простоит. Потому что если Нгану полетит сразу, полетит драться, Тайсон может просто случайно даже... То есть, не хотя даже его уронить, с желанием побольше побоксировать, да? Он, безусловно, его уронит сразу же. Встанет, не встанет, это уже другой разговор. Но если Нгану не полетит, возможно, будет какой-то бокс. Опять же, надо продлить эту трансляцию, там, побоксировать все дела, чтобы зрители сделать из Нгану клоу. То есть лучше всего вообще, что такое настоящий D-класс в боксе? Это когда сначала ты делаешь клоуна, а потом нокаутируешь. Вот это, на мой взгляд, это самая изюминка. Сначала одно, потом другое. Что касается вот этой неравных, ой, да, неравный бой, там, ну, вы скажете, и все дела, там, ну, как так, зачем, почему. Но, друзья, не кривите душой, не кривите душой. Ведь если оглянуться на то, какие бои нравятся большинству из вас, то вы со мной согласитесь, что нравятся либо бои, близкие бои, где камбэк, где близкий бой, все что угодно может произойти, либо когда конкретно кто-то получает пиздюлей. И вот это именно такой вариант. Такой вариант, что кто-то будет конкретно получать. То есть такие бои не могут не нравиться, и он по-любому понравится публике. Если, конечно, там не будет какой-то задуманной игры. Там с букмекерами и так далее, какие-то там подковерные интриги. И сделают так, чтобы Фура не выключил его. Чтобы Фура с ним отбоксировал до конца, там какие-то там подковерные. То есть это только по этой причине может произойти, но... Я не знаю. Ну, для Фуры, то есть для него понятно, если Фура проиграет Нгану, условно, да, он этого не переживет. Он сам говорит, если я проиграю Нгану, говорит Фура, то пусть каждый, кто увидит меня на улице, там, плюнет в меня, бросит в меня камень, пальцем покажет. Стопра. То есть для него он этого не переживет, учитывая, так скажем, проблемы Фуры с не просто там какие-то, на этом, психикой, там, какие-то ментальные проблемы, а реально медицинские проблемы. Биполярное расстройство, если вы не знали, там не просто депрессия. Ну, там есть у Фуры проблемы, но это отдельный разговор. То есть Фура... И опять же, вот нокаут. По-любому, я скажу честно, ну, то есть как боксерское сообщество и как Фура сам понимает, что если он не уронит Нгану даже до середины боя, то это будет как-то... Ну, как-то не очень может восприняться людьми, так скажем, да, фанатами, к которым Фура относится с огромным уважением. И поэтому, безусловно, наиболее вероятен, если он даст ему побегать, попрыгать, да, там, первый-второй раунд, что наиболее, конечно, вероятно, что с третьего по пятый раунд этот бой закончится. Но опять же, так скажем, пути... бокса неисповедимы. Особенно, когда вот такой бой, так скажем, который не носит там статуса там официального, что там будет, как будет, остается только гадать. Только гадать. Но зачем гадать, когда можно просто этот бой ждать и им насладиться. В любом случае порадоваться за Нгану, который заработает чек и, я думаю, покажет дух 100%. И будет биться реально с лучшим. И посмотреть Фуру в таком бою. Потому что, на мой взгляд, когда кто бы там был, начнут хейтить Фуру, вот что Фура, как real champ, как линейный чемп, и как истинный хозяин жизни, да, на мой взгляд, Фура может делать все, что угодно. Вот он хочет драться с Нганом, он пусть дерется. Запрос есть? Окей. Почему? Потому что это в любом случае идет на пользу боксу. И если вы реальные фанаты бокса, то вы 100% положительно относитесь к этому бою. А кто бы вы ни были, реальные фанаты бокса, нереальные, фанаты KFC, фанаты UFC, там, баскет, крылышки, все что угодно, ребята, обязательно вы должны прийти в субботу, тем более, что это будет вечером, и посмотреть этот бой, посмотреть историю, потому что действительно, историю единоборств, потому что действительно такого не было никогда. И будет ли это когда-то еще раз, или бойцы KFC будут довольствоваться Джейком Полом, да, это очень-очень большой
вопрос. Не забудьте подписаться на канал Sembox, если вы не подписаны. И обязательно заранее подпишитесь на телегу, чтобы не пропустить этот бой. Ну а с вами был Рома Михайлов. Любите бокс, смотрите бокс, занимайтесь боксом. Всем бокс!